За нашу страну, что вы можете сказать? Страна, мы придем когда я коммунизм. Это та страна, которую я люблю, конечно. А я вам сейчас скажу. Я не люблю. Для двоих. Для двоих. Лолита Митера, Маргарита Санте Поркас. Не знаете латинского, да? Ну, это. Не мечите жемчуг перед свиньями. Здесь, в этом случае, именно так переводят. Жемчуг перед свиньями. А зачем же я рассказываю? А ну еще подсказку вам делаю. Маркс и Энгельс написали немецкую идеологию. Это где-то 1500 страниц. Потом Маркс Смит пишет. К моменту окончания работы над немецким... Я цитирую. К моменту окончания работы над немецкими идеологиями мы получили из Вестфалии сообщение, что обстоятельства изменились, и она не может быть издана. Теперь своими словами. Но мы, мол, не сильно переживали. Опять цитирую. Так как главная задача уяснения дела самим себе была достигнута. Так это... Ой, упадет! Я эти места перечитываю заново. Потом решаю, что сделать. Вот итоговая у меня. Это уже, собственно говоря, то, что надо выучить наизусть. Вот видите, итоговая, лист 3. Итоговая. Заходите, пожалуйста, молодые люди. Заходите, не бойтесь. Я серьезный человек. Понятно. Тем более, когда вы сказали, зовут такие курей, так я даже думаю, что нам надо организовать семью. Да. Только еще все осталось. Я хоть и не еврей, но я очень люблю курей. А, понятно. Да. Это было предложение? Да. А у меня и утки, и куры, и цыплята, и утята. Да. Все на будущее. И вы, девочка модная, худенькая. Конечно. Экономите все. Да, 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 на себе. Совершенно верно. На чем там я остановился? На чем я остановился? Сам Украина, я думаю, пойдет. А я вам за Шевченко сейчас скажу. То предугадывание, то не то. А из-за Шевченко, то, что сейчас мы имеем. Слушайте, за вами только остановка. Я согласен, что вам не нравится, потому что мрачный. Мне очень нравится. Я его обожаю просто. Я его очень люблю, всю жизнь любила. Но сейчас просто мне его не хочется читать, потому что вы знаете, негатива в жизни очень полно. Напоминаю, война, я, вот это все. Моя мама, родилась у нее внучка. Это мой любимый. А моя племянница. И писатель. Она говорит. Что вы думаете, моя мама говорит? Моя мама сказала, я, говорит, Ларису люблю, но нянчить я ее не буду. Угу. Так и вы, что, мол, любите Шевченко, но читать вы ее не будете. Ну, я все время читала очень много, а сейчас уже... А нельзя так даже и говорить, вы такая молодая. Наука в книгах и в личном самостоятельном труде над приобретением знаний из книг и жизни, а не из школы. Ну, вот это, собственно говоря, школа. Она высшая школа, но это школа. Но я марксист по убеждениям. Я был тогда им, я не был никогда, правда, билета не имел, но я марксист. И при том проработал программные все произведения, проработал. Ну, допустим, «Капитал». Он в 7 переплетах. Я думаю, что будущее за этим, потому что она гуманная, теория, остановка, я думаю, и на Западе, и здесь, за человеком. А на Западе же он не победил марксизм. Почему рабочим живется лучше, чем нашим советским рабочим? Лучше, да. Но это не значит еще. Все равно Франция, Англия, Штаты, хоть рабочим живется лучше, но это... Я вот не знаю, как эти... До свидания, друзья. Как этот сказал... Бауэр, Бруно Бауэр, доктор, говорит, не читайте Шиллера, читайте Гейне. Какое там произведение? Кто-то из мудрых сказал, о вкусах не спорят.